праздник – это всегда веселье, радость, хорошее настроение. Тем более, самый главный государственный праздник нашей прекрасной страны, многонациональной. Поэтому хотелось бы всех поздравить с этим прекрасным праздником, пожелать в такую солнечную погоду хорошего настроения. Ну и, конечно же, всем взаимопонимания, любви, добра, благополучия. Мы единое целое, и дождь, и облако белое, и все. День России – это не просто политический праздник, но и возможность еще раз почувствовать связь давно минувших дней с настоящим и будущим нашей страны. Ощутить себя единым народом, исполненным национального достоинства. Дорогие земляки, дорогие гости «Горячего ключа», на сцену приглашается глава муниципального образования город «Горячий ключ» Александр Николаевич Кельганкин. Добрый день, уважаемые земляки. Хотел бы всех поздравить с этим прекрасным государственным праздником, Днем России. Наша страна, она одна у нас, и мы ее все очень любим, независимо от национальности и вероисповедания. Хотел бы в этот прекрасный день всем пожелать мира, добра, любви. И хотелось бы, чтобы слова «патриотизм» и «Родина» также были для нас священны, как и для наших предков. Всех с Днем России! Благодарственное письмо главы муниципального образования город «Горячий ключ» вручается Головизниной Ирине Михайловне, начальнику общего отдела управления организационной работы администрации муниципального образования город «Горячий ключ». За многолетний добросовестный труд, активную жизненную позицию и в связи с празднованием Дня России благодарственное письмо вручается Каркач Маргарите Сергеевне, председателю совета ТОС номер 59, поселка Широкая Балка, Кутаистского сельского округа муниципального образования город «Горячий ключ». И сегодня в этот праздничный знаменательный день мы вручаем нашим юным землякам паспорта. Паспорт гражданина Российской Федерации под ваши аплодисменты. Паспорт получает Орехтюк Анна. Одна из солисток ансамбля «Планета Джаз», которые открывали нашу программу. Паспорт получает Качанова Ирина. Паспорт получает Калашин Михаил. Паспорт получает Котляревский Никита. Паспорт гражданина Российской Федерации получает Колесников Алексей. Добрый вечер, уважаемые земляки и гости нашего прекрасного города. Поздравляю вас с Днем России. Наше Отечество – это государство с многовековой историей, с огромной территорией, уникальным духовным и природным богатством. Страны, где каждый житель чувствует себя частицей великой державы, великой страны. Страны, которую пытались и поныне пытаются покорить, но даже в самые трудные времена истории всегда на помощь приходила крепость духа, дружба и сплоченность. Мы гордимся тем, что живем в такой прекрасной стране. Пусть каждый день будет наполнен положительными эмоциями и гордостью за Россию, такую огромную и родную для каждого из нас. Желаю вам мира, добра и благополучия. С праздником! С Днем России! Я с удовольствием приглашаю на сцену хореографический ансамбль «Краски». Детская школа искусств, станица Саратовская. Встречайте! Встречайте!